Всем огромный привет! Ну что, откроем сегодня мою очередную такую покупку. Честно хочу сказать, покупка не запланированная. Я не хотела это совсем покупать, но так вышло. Я говорила уже когда-то, что у меня есть бонусы на М-видео, которые можно было потратить после Нового года. Как бы сделать себе такой подарок. Ничего не смогла выбрать, поэтому выбрала вот этот эпилятор. Гладкая кожа до нескольких недель. Комфортная эпиляция, компактный эпилятор с питанием от сети. Я так поняла, можно либо как в сеть включать, либо заряжать, и она сама работает. Сейчас мы все с вами посмотрим. Она для ног и для чувствительных участков. Вот так вот выглядит эта машинка. Вот такие здесь насадочки. Так, давайте открывать, смотреть. Я уже открыла, показывала вам на днях. Но еще сама даже не доставала. Очень хочется открыть вместе с вами. Здесь у нас какой-то такой... Такая бумажечка. Так, это у нас тоже. Но я надеюсь, есть где-то и инструкция на русском. Тоже такие огромные буклетики. Я это потом посмотрю, разберусь. Давайте распаковывать дальше. Здесь у нас мешочек для хранения и перевозки. Очень, кстати, удобно. Вот такой беленький мешочек. Он не намокает, ну, не намокаемый. Можно хранить в ванне. Завязывается вот так. И я думаю, можно спокойно брать с собой куда-нибудь этот эпилятор в поездку. И что главное, мешочек большой. Тут как раз поместится и эпилятор, и все насадочки. Давайте смотреть дальше. Так. Какая-то насадка, опять какие-то буклетики. Так. Это какая-то дополнительная гарантия. Тут опять какие-то сертификат. Здесь, я так понимаю, тут тоже буклетик с какими-то наглядными картинками. Да, вот это как мыть, как пользоваться насадками. У меня, хочу сказать честно, никогда такого эпилятора не было. У меня было что-то подобное за какие-то сущие копейки, какой-то мини-эпилятор. Если честно, я так и не поняла, что им эпилировать. И вот такой я бы никогда за полную стоимость, конечно, не купила. Для меня это дорого. Но за баллы с очень хорошей скидкой в 2000 аж рублей я себе его приобрела. Тут как надевать насадки, как снимать насадки. Можно депилировать. Так, какими насадками пользоваться в зоне бикини. Какими насадками пользоваться для ног. Как держать эпилятор. В общем, все наглядно. Даже не нужна никакая инструкция. Все насадки промываются под водой. Сам вот этот аппарат под водой мыть нельзя. Тут написано, прям зачеркнуто, что под водой мыть нельзя его. Только щеточкой. Сейчас мы все с вами посмотрим. И сухой тряпочкой вытирать. Также можно брить подмышки, какая-то насадка. Сейчас разберемся. Вот такая есть здесь насадочка. Очень интересная. Девчонки, смотрите, кто хотел вдруг приобрести. Вот такая интересная насадка. Я так понимаю, это даже вот не знаю для чего. Вот. Ну, тоже можно, наверное, что-то брить, что-то подбривать. Сами знаете, у нас бывают у девушек запущенные места, которые нужно подбрить. Также здесь еще перчаточка. О, такая интересная перчаточка. Знаете, ее можно, мне кажется, использовать и в душе для массажа. О,
такая хорошая перчаточка, шершавенькая такая. Это хорошо. Дальше, что у нас дальше? Вытаскиваем. Так, это я пока уберу. Это провод для зарядки. Так, вот такой. Сейчас мы попробуем, работает ли у нас машинка. От батарейки она, я так поняла, не работает. Никакие батарейки в нее не вставляются. А вот тоже какие-то насадки. Не знаю тоже, что это такое. Вот такая насадка. И здесь также вот такая насадка. Вот это вроде насадка и есть для бритья. Даже не понимаю, чего. Вот это снимается? Да, вот это можно снять. И вот эта насадочка, вот она сама. Это как раз брить деликатные места. Подмышки, зону бикини. Вот она такая. Интересная насадочка. Вот. И вот это можно тоже надевать, смотря какой длины вы хотите побрить в зоне бикини. Так. И вот это, наверное, скорее всего, тоже снимается. Ага. Вот эта насадка тоже снимается. И у нас с вами такой, типа, знаете, триммера. Тоже можно, наверное, брить подмышками. Ну, не знаю, это надо почитать. Потому что по картинке, если честно, я особо не понимаю, что, чем, какой насадкой, в какой зоне, какую насадку в какой зоне использовать. Так, вот она защелкивается. Вот это вроде нарисовано, что это для бритья ног. Очень такая интересная, странная. Она нарисована, где ноги. Тоже одеваете под 90 градусов. И ноги. Вот эта насадочка для... И для ног. Можно и ноги написано. Можно и область бикини. И можно... Подмышками, представляете? Вот. А какая-то еще тут есть интересная насадка, а у меня ее нету. Странно. В общем, какие-то разные насадки. Есть такая щеточка, которая чистит эту машинку. И давайте достанем. Вот тут еще тоже опять какой-то буклетик. Прям одни буклетики. И давайте достанем саму машинку. Вот так она выглядит. Она в отдельном боксике, в таком запечатана. Ну, не знаю. Я думаю, не обязательно ее в таком боксике хранить. Так. Вот такая она совсем малютка, малышка. На пол ладошки. С подсветкой. Ничего не работает. Вот интересно, она... заряжается и может работать без или только получается от шнура. Но шнур, посмотрите, очень длинный. Даже удивительно. Шнур очень-очень длинный. Я даже так вижу. Значит, машинкой нельзя пользоваться без шнура. Я думала, она такая типа зарядная. Вот, у меня даже не хватает. Шнур больше метра получается. Такой огромный. Давайте попробуем ее включить. Вообще работает она и так. Включаем. Сейчас. Ну, так. О, смотрите, сразу загорелась подсветка. Ну, тут две скорости. Одна большая. Первая скорость и вторая скорость. Сейчас я пока выну. Давайте попробуем с вами поменять насадку. Как-то написано. Туда что-то надо двигать. Так. Или принажать. Вот. А, нет. Я думала, это снимается. Хотя да, это должно сниматься.
Сейчас что-нибудь сломаю. А ну. О, вот так, чуть в сторонку. Вот здесь нарисовано чуть в сторонку. Вот эта насадочка снимается. И можно поставить как бы другие насадки. Давайте попробуем вот эту поставить. Так. Главное ничего не сломать. А, неправильно я вроде ставлю. Вот так, что ли? О, как интересно. Как-то она, мне кажется, не очень закрепилась. Ну, посмотрим. Так, давайте попробуем, работает или нет с этой насадкой. О! И вторая скорость. Очень интересно. Мне кажется, я неправильно вставила эту насадку. Как-то, может быть, она вставляется по-другому. Вот так. Да, это еще надо разбираться. Так, давайте эту попробуем насадку вставить. Вот так. Что-то как-то они, посмотрите, плохо. Ну вот плохо как-то закреплены. Плохо держатся. Вот это вроде насадка держится получше. Так. А вот это куда вставляется? Это, наверное, на эту. Давайте попробуем. Вот так. Точно. И вот это. А, смотрите, вот это тоже крутится. Такой ролик, чтобы захватывать, наверное, волоски. Ну, вот такая. Не знаю, попробую, обязательно вам расскажу, потому что многие девочки жалуются, что очень болезненное ощущение. Вот. Как-то вот, когда одеваешь вот эту насадку, доступна только первая скорость. На вторую не переключает. Вот я сделала на первую, и на вторую не дает. Может быть, с этой насадкой только на первой скорости работает. Либо как бы это что-то не в порядке. С этой насадкой то же самое. Вторую скорость не дает. Может, я что-то не так делаю? Сейчас что-нибудь сломаю. Опа. Нет. Как бы с этими насадками почему-то вторую скорость не включает. Но может, это так и надо? Да, давайте посмотрим. Да, с этими насадками, вот с этими, наверное, двумя, вторая скорость не работает, потому что вот здесь такое ограничение, а вот у этой насадки такого ограничения нет. Там как бы выемка, потому что вторая скорость, она вставляет вот через выемку. Видите, вот этот маленький такой язычочек, который пролазит вот сюда, вот видите, тут полое, пролазит в эту полость. И все. А тут все защищено, чтобы специально не включить вторую скорость. Видать, очень больно будет со второй скоростью. Угу. Понятно теперь. Значит, вот с этими насадками только первая скорость. Поэтому вот кто приобретет, не пугайтесь, это не брак, как бы получается. Все. А вот эта насадка включается и первая, и вот. Раз, вторая скорость. Все, вот такую штуку я себе приобрела. Не знаю, у кого есть, кто пользуется. Расскажите мне, как это, что это, как это вообще использовать, с чем это едят. Я так поняла, что мочить ее нельзя. Батарейки сюда не вставляются. Ей можно пользоваться только от сети.
Вот, но провод очень длинный. Это очень удобно. В принципе, вставил. Можно там, не знаю, где-то развлечься. И как бы проэпилировать все себе зоны, доступные и недоступные. Вот. О! Какая. Я не буду сейчас на себе пробовать, если честно, я боюсь. Отзывы вот именно на эту машинку я не читала, но почитаю. Все, все, мои хорошие, я вам все рассказала, все показала, что в комплектации, кому было интересно, поставьте лайки, кому было неинтересно, ставьте дизлайки. Пишите мне комментарии, пользовались ли вы такой штукой, были ли у вас какие-то другие модели. Вот, это как бы не обзор, просто решили, и даже не, ну, распаковка, которую я вместе с вами захотела открыть, чтобы мало ли какие девочки тоже хотели приобрести себе такую вещь и на распутье покупать или не покупать. Поэтому вот смотрите, насадочек как бы много. Испробовать в действии это все еще надо. И потом уже делать какие-то выводы. Всем огромное спасибо. Пока.